Смотрите, а эта девушка могла бы выглядеть все лучше. Да-да-да-да. О! Здорово, полковник! Здорово! А-а-а! А, нелегкое мы с вами дело затеяли. Да, правительство очень нелегко. Тетка сказала, что ты начнешь заниматься мной прямо сейчас. Не тетка, миссис Пирс. Не ты, а вы. Миссис Пирс! В общем, сказал, давай, начинаем уже. Да, сейчас начнем, пожалуйста, присаживайтесь. Сюда? Сюда. Ой, вот это? Сюда. Присаживайтесь, Элиза, выпрямите спину, поднимите подбородок, опустите руки. И совершенно спокойно скажите нам с полковником, какая прекрасная сегодня погода. Не правда ли? Слышь, полковник, на улице дождь льёт, как из ведра, он говорит, прекрасно. Делайте то, что вам говорят. Повторите. Какая прекрасная сегодня погода. Не правда ли? Какая прекрасная сегодня погода! Какая сегодня? Что там сегодня? Профессор! Какая сегодня? Профессор, беспокойся, нельзя же так активно. У нас ведь девушка леди. Ну да. Элис, вы, главное, успокойтесь и четко так с профессором скажите нам, какая прекрасная сегодня погода! Полковник, вы сами. Ну что ж вы так. Так давайте. Какая прекрасная сегодня погода! Только, пожалуйста, спокойнее. Каждое слово как будто качается на волнах. И в конце предложения интонация вверх, как на горочку. На какую горочку? Интонация вверх, как на горочку. Понимаете? Нет. Говорите, не понимаю. Ну, тогда не понимаю, черт возьми. Пишем. Идем. Запись. Так. Какая прекрасная сила! Только как каждая... горочка-то какая? Да, без горочки никак, только каждое слово, как будто вы сдуваете с ладошки. Какая? Прекрасная! Сегодня! Погода! Не правда ли? Да, вот не достану. Ну куда же? Какая? Надо достать. Прекрасная! Почти хорошо. Сегодня погода! Погода! Неправда! Все. Значит так, смотрите, как у меня двигаются губы. Это губы. А это язык. Так надо кончиком языка достать кончик носа. И тогда у вас получится купол, при котором вы можете произносить. Надо подсказывать. Да, пожалуйста. Нет, это безнадежно! Перерыв! Ой, не черт знает, что такое! Все, перерыв! Так, значит, вы работаете губами. Языком не надо! Подходик, что? И ты Yeah.
вашу пижаму. Ну и что? Замечательно, Раиль. Очень, очень хорошо. Элиза, повторите гласные. Только не забывайте, пожалуйста. Я знаю гласные. Хорошо. Я их выучила. Это очень хорошо. Пожалуйста. Сейчас. Так, ну все, Элиза, остановитесь. Элиза, остановитесь. Ничего. А, э, и, о. Округлый звук, пожалуйста. Пошел. Что я так сказала? Мы же с вами повторяли, язык надо прикрыть. Не, ну я так и сказала, я... Три дня их повторяю. Три. Я их выучила, я их знаю. Элиза, постарайтесь. Полковник, вы как военный человек должны понимать, что нужна муштра. А теперь специальные камушки. Камушки Демосфен. Куда? А я сказал. Так, пожалуйста, Элиза. Скажите нам предложение, какая прекрасная сегодня погода. Так, как будто во рту у вас ничего нет. И каждое слово должно звучать ясно, как... Колокольчик. Как на горочке. Что-что? А, да, без горочки никак. С горочки на горочку, правильно? Да. Какая прекрасная сегодня погода! Не просто жить! Полковник, вы что-нибудь поняли? Какая прекрасная сегодня погода! Не просто жить! Так, я прошу, чтобы каждое слово звучало ясно. Как колокольчик. Не могу я как колокольчик. Ну что же я не могу, как колокольчик? Надо, как? Не могу я как колокольчик. Я прошу, как колокольчик. Колокольчик, я прошу. Колокольчик. Как? Да, что ж такое-то? Что это? Да, полковник, я чувствую, что я проигрыш. Что там? Профессор. Что? Я боюсь, до герцогини она не доживет. Надо камушек проглотить. Что? Камушек? Один единственный камушек? Да я же тебе камушек не знаю. Какой камушек? Да, черт возьми! У меня их много, это касса. Подожди, Генрих Хиггинс, подожди. Знай, что все твои несчастья впереди. Разоришься подчистую, черта с два к тебе приду я. Подожди, Хиггинс, подожди. Подожди, Генрих Хиггинс, час пробьет. Ты попросишь вызвать доктора, и вот. Прочь отсюда убегу я, и тебе не помогу я. Помогу, Генрих Хиггинс, подожди. Песенку начну, угадай, ты чего не хочешь?
тот свет. Чашка. Чая. Я, Элиза. Чая.